Привет всем гайсам, это канал КРБЗ Групп. Вы сегодня были, наверное, шокированы этим туманом. Так вот, у меня пришла интересная такая дурацкая мысль взять и запустить квадрокоптер. Что же там вверху сейчас творится? Квадрокоптер я использую Phantom 3 Advance. У него, как и у остальных среди фантомов, высота максимальная, это 500 метров. Это стоит такой виртуальный потолок. Сейчас мы попробуем запустить и посмотреть, что же там творится вверху. Туман. Пока что ничего не видно, один туман. Высота 115 метров. Так, продвинем его вперед немножко. Сигнал от пульта теряется, когда коптер висит прямо надо мной. Отодвину его в сторону. Связь теряется, сейчас потихоньку буду отодвигать. Высота 200 метров. Если бы там, конечно, было все видно, то... Ну, появляются небольшие облака. Подождите. Обалдеть, это вышка. Я вижу. Надо еще выше. Я вижу, как торчит... Телевизионная вышка. Это нечто. Ее высота, кстати, составляет где-то почти 300 метров. 290 вроде или что-то в этом роде. Высота 400 метров уже коптера. Вокруг туман полнейший. Боже, как красиво. 440. 450 метров. 470, еще 25 метров. 15 метров, 10. Все. Maximum flight altitude reached. Максимальная высота. 500 метров. Сделаем круговую панораму вокруг. Ой, секунду, сигнал пропал. Не, только не возвращайся домой, пожалуйста. Блин. Пропал сигнал. Сигнал есть, но надо его остановить, чтобы он не спускался. Надо его подать вперед куда-нибудь. Дистанция от меня 30 метров. Это получается на высоте 500 метров и 30 метров в сторону от меня. Желательно вот так, на метров 100, наверное, от меня, пока сигнал не появится. Я не знаю даже, в какую сторону он от меня летит, так как одни облака. А, вижу, вот же вышка. Обалдеть. Maximum flight altitude reached. Блин, настолько все там непонятно вверху, я вообще не пойму, что происходит. Там и небо, и тучи, я дергаю камеру туда-сюда. Опять. Отмена. Не надо лететь. Stop. Maximum flight altitude reached. Ну давай помедленно прокрутимся на месте. Абсолютно облака, ничегошеньки не видно. О, НПЗ вижу. НПЗ, да, действительно, трубы НПЗ. Торчат из облаков. Да, это нечто. Что тут еще можно увидеть? Да больше у нас таких высоких объектов нету. Еще вышка телевизионная, сейчас мы ее увидим. Медленно крутимся на месте. Так. Где же она?
что я не вижу. А вот она появилась. Вот вышка. Как я говорил уже, высота сейчас 500 метров над уровнем Кременчуга. Сигнал теряется что-то. Я бы хотел бы сейчас слетать до стороны НПЗ. У меня еще аккумулятор позволяет. Сейчас мы выровняемся на него. Вот он. Пролетел. Назад, назад. Нет, нет. Сигнал пропадает, начинает меня возить туда-сюда. Не знаю, то ли туман так влияет, то ли еще что-то. Но такие проблемы раньше не было. Так, вот, поймал. Все, поехали вперед. Скорость 13 метров в секунду, 14, 15, 15 умножить на 3, 15, 16, я лечу. Слышу, где-то вверху прямо надо мной пролетает. А, сигнал пропал. Из-за того, что он вечно надо мной, летает. О, боже, он домой возвращается, не надо. Максимальная высота... заданная компьютером, что ли, не знаю. Вон НПЗ. Опять пролистал. Движение происходит с задержкой. О боже. Хазую. Главное пролететь этот момент, где он надо мной висит. Чтоб сигнал улучшился. Высота 500 метров, а его слышно, кстати. Пропадает сигнал. Сейчас развернемся к коптеру. Да. Так, что у нас тут видно вообще? Если что-то вообще видно. Нет, ничего не видно. Видно только камеру. Все сделать вот так. Может быть, вот, видно трубы. Go home. О боже, не надо домой. Maximum flight altitude reached. Блин, опять сигнал пропадает. Реально из-за тумана происходят какие-то проблемы. Опять сигнала нет. Go home. Лети домой. Сигнала нет. Go home. Так, расстояние от меня 630, 640, 620 метров и приближается. Я и километра от себя не отлетел. И все же хочется пролететь до завода. Ну, как бы до тех труб там. Посмотреть на них, как они смотрятся. Сейчас. Задержка все идет. Опять пропал сигнал. Все, сигнала нет. Что-то и не появляется. Go home. Сделаю пару фотографий в интернет, потом выложится. Надо остановить это пиканье, бесит. Обалденно. Я купил в кредит крутой фантом. Теперь я модный. Модный потому, что он может делать фотки. Go home.
Ладно, возвращаемся домой, включим запись, видео. Разворот. Расстояние ко мне еще 120 метров, 100 метров, высота 492. Буду спускаться потихоньку. О, слышу, как гудит уже надо мной. Сигнала нет. О, есть, есть. Есть сигнал. Я обманул. Спускается. Высоту не показывает. Опять про 420 метров высота еще. Сейчас спускается и спускается. Опять сигнал пропал. Реально, наверное, туман все-таки действует на передачу сигнала, потому что, ну, поднять-то его поднял, но постоянно потери сигнала, постоянно. Я думал, туман туманом, просто облачко, но все-таки теряется сигнал. Постоянно, уже раз 10, наверное. И он даже не отлетел на меня на какое-то рекордное расстояние, там, несколько километров. Отлетел всего лишь на 600 метров. Да. 290 метров уже. Коптер не видно, но слышно. Слышно дело. По идее, он должен сесть прямо там, где и взлетал. Где-то здесь. Будем смотреть и выглядывать его в небе. Высота 170 метров. Все, он уже вошел в облако. Так, я его слышу, он уже рядом. 100 метров. Ага, я его вижу. Садится не совсем там, где надо. Корректируем курс. Так, машин нету. Вот он спускается. Наш герой, он вернулся. Обалдеть, он еще снимает. Нас видно? Видно. Ну так что, гайцы, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал КРБЗ Групп. Спасибо за просмотр. Всем пока. Кстати, он весь мокрый. Там такая влажность вообще, как он не проржавеет хотя бы, блин. Все в мокрый, объектив запотевший, но я уже его протер, конечно. Но остается фактом, он весь мокрый, блин. Надеюсь, это на его работу не повлияет.